День у Карина начинается с приема хлорофиллума. Такой у нас хлорофиллум Сахерба. Пьем уже больше 2 недель. И Каринка говорит, что на вкус очень вкусный. А пахнет мятой. Я сама лично не пробовала. На 100 мл воды чайная ложка утром натощак. Есть хлорофиллум известной сетевой компании, но там цена в разы дороже. Этот заказывали на Айхербе, а состав, как мне сказали, идентичный тому. Если кому интересен составчик, тому надо будет еще на Айхербе заказать. Я еще хочу сама пропить, чтобы прям вся семья пропила. Камилка не пьет, и ну, заливать в нее это нет смысла. А вот я, Кирилл и Леха, чтобы мы пропили то, что такое хлорофиллум. Кирюшка, молодец, сам одевается, такой самостоятельный парнишка. Сейчас я им дала по чайной ложечке такого сиропа для укрепления иммунитета. Каждый день перед выходом на улицу они пьют все такой вот сиропчик. Сейчас Кирюха в садик, красивая Каринка в школу, хулиганка Ками спит еще. Идем мы с сыночком в садик. И посмотрите, как светло. Выходим мы, как и обычно. В обычное наше время выхода в садик. Кирюш, давай стороночку. Здесь машины сейчас часто начали ездить. Из-за того, что с той стороны ремонт дороги ведется. В общем, это радует, что сейчас рано светлеет. Позже темнеет. Можно гулять дольше. Ну и, значит, это ощущение весны, лета, тепла, поездок. Вот это прям вдохновляет очень. Представляете, закончилась сгущенка. Столько у нас было запасов, и вот закончилось, не успели купить. А чего-нибудь хочется попить горяченького, и решила оздоравливаться. У меня есть такой вот чай от Фаберлик. Травяной сбор, очищение утром. Будем очищать организм. Так его заварила. Надо было ложечку взять кумбарь. Ну, я включу сейчас видосик на YouTube и буду отдыхать, наслаждаться, пока Камилочка спит. Хочешь выйти? Открывай дверь. Думаешь? Ну, думай. Давай причесываться. Я принесла здесь расческу, чтобы ее причесать. Она ни в какую убегает. Так потихонечку, по чуть-чуть ее прочесываю волосы. Открывай. Давай, нажимай. На ручку нажимай. Сильнее дверца откроется. Открывай. В общем, выйти захочешь, Кайми, откроешь дверь. У меня вообще такой колтун, его надо причесать. Давай. Он так любит в окошечко смотреть. Так встанет и смотрит, кто там идет. Ну там у тебя камел запутанный, надо причесывать это все дело. Ты зачем побила себя по голове? Ты зачем себя бьешь по голове, а? Хулиганка. Все, пока. Захочешь выйти, откроешь сама дверь. Не-не-не, сама. Открывай. Открывай. Ты что, не открываешь сама? Солнышко светит, ветер дует, а я бегу на педикюр. А мне надо там перчик болгарский, немного помидорчиков, фрукты детям взять.
потому что, ну, раз не будет рынок работать. Машина ехала, прервалась. В общем, завтра надо купить фрукты, помидорчики, перец, ну, овощи купить, сыр, колбасу. В общем, впереди еще выходные, и все дома. На эти выходные, наверное, и муж будет дома. Не знаю. Блин, куда я зашла? В какую-то халепу. В общем, да, надо будет набрать всего-всего, чтобы спокойненько никогда не выходить, покупать только хлеб и все. Вот знаете, вот по сегодняшней погоде такое ощущение, что завтра будет еще жарче. Ну, а завтра будет еще холоднее. Голова, конечно, как медный таз. Сейчас соседка тоже звонила. Говорит, голова, говорит, болит, прям не могу. Я говорю, у меня тоже вот на виски прям давит. Голова-то не болит, но на виски давит, хочется спать. Но пеньком под зад себя мотивирую на что-то, да. Мне сразу, знаете, вот сегодня мне было лень что-то делать, да, хотелось там полежать. Я думаю, ну хорошо, сейчас лягу я, полежу, не буду делать дела, работу. И что, у меня ничего не будет. В общем, вот это меня очень сильно мотивирует. И сейчас Каринка пришла со школы, я быстренько выскочила и побежала на педикюр. Аме, смотри, что я тебе принесла. Кирюх. Мой какой. Шоколадные бери. Мороженое давно не есть. Каме, ты будешь мороженка? Каме обиделась, да? Че обиделась? Она хотела шоколадный. Ну, а ты откроешь шоколадное мороженое? Ну, открой ей это, возьмешь другое. Да, там еще есть. Да, там еще есть. Надо сначала сестричке, да, дать? Нет. Умничка. Сестричка же твоя девочка. Это да, есть. Карина, а ты что, мороженое не будешь? Дай Камилочке. Камилка. Камилка, будет? У тебя крем-брюле? Да. Бери. Не хочет Камилка? На, держи свое, давай мне это я ей дам потихонечку. Сама набери свое. Бумажки выбрасываю в мусорку, ладно? Не надо себя бить. На, ты что обиделась? Будешь мороженку? Нет, Кабинечка, не надо. Будешь мороженку? Не нравится тебе? Она мороженое всегда снизу кусает. Видите? В стаканчиках вот всегда начинает кусать снизу. О, все, развеселилась. Карин, принеси мне тоже это, в морозильнике мороженое. Будешь кусать себя, я у тебя заберу. Смотри, это слон. Будешь доставать? Дай так, ручку. И... Нельзя? Не можешь? Дай, стой. Дай, что-то не достается. Дай жирафика. На, жирафика. Стой, на. Жирафик, он желтого цвета, с пятнами, коричневого цвета. Смотри. Я кушать его нельзя. Положи его на место. Я положу на место, правильно положи. Прыжку так бери, разверни и положи. Молодец, надеюсь, крокодил вынесать. Давай. Попробуй встать. На. Он зеленого цвета. Скажи, зеленый. Я правильно положу вот так вот. Ать. И все. А теперь зебру. На зебру. Она белая в черную полоску. Дай, положи ее теперь. Хорошо так положи. Да, рубку дай. Льва будем вставать. На. Посмотри, Камиль, лев это царь зверей. Смотри, какой он красивый, оранжевого цвета, с коричневой гривой. Смотри. Положи. Слоника все-таки достанем. Он слоник достает. Давай попробуем. Нет, давай я попробую. Да, застрял. Ну ладно, потом достанем. Камил, смотри, это все животные.
Дальше леопарда попробуем достать. Ай! Осторожно, нога. Ац! Ай, Ками, за что? Ками, нельзя. Ками, смотри, это леопард. Он самый быстрый. Он желтого цвета. С кем то съесть? Нельзя. Это же не еда. А теперь ложи. Молодец. Смотри, Ками, и это все животные. Смотри, это крокодил. Колесо мое. Мама, он и испачкался, и волоса и мокрые. Мокрые. Камилочка, а где слон? Мне кажется, я там зуб шатается. Да, а где слон? Вот слон. Камин, где леопард? Вот леопард. Камин, у нас второй урок математика. Смотри, это число 1. Оно голубого цвета. Дай положи. Это число 2. Тут уже 2 такие вот кружочка. Они зеленого цвета. Положим? Дай ложи. Не, ну ты положи правильно, нельзя так ложить. Кто так ложит, Ками? Куда там прячешься? А это число 3. Тут уже 3 шайбочки. Оно желтого цвета. А это число 4. Тут 4 шайбочки, смотри. А, дай, положим? Дай мне. Нет, решила смешать-то? И съесть? Нельзя. Это же играть нужно, а не кушать. А это число 5. Тут 5 шайбочек. Они уже красного цвета. Смотри, какие красивые. Давай-ка посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Дашь мне? Дай мне. Не ё. Нельзя. Нет, давай положим. Будем ложить? Или ты будешь что-то есть? А ну-ка, нет. Не-не-не, и даже не кушай себя, не кушай. Все равно не разрешу съесть. Нельзя это есть, нельзя. А вот еще здоровенько. Отдай. А ну-ка нет, нельзя. Подошла, все рушить. Да? Крушитель. Она вон это массаж стоп себе делает. Сама. Молодец. Вот ей именно зеленого цвета нравится. Ручки. Смотри. Ничего.